Друзья, биткоин обладает удивительной способностью. Только о нем начинают забывать, как почти сразу же он гремит какой-либо новостью. 22 ноября был сильный упадок валюты, и в очередной раз ребятам из компании FTC удалось вовремя поймать феномен и извлечь из него сверхприбыль. Если и ты хочешь заработать на этом, но ничего не понимаешь в этом, как и я, то регистрируйся по ссылке в описании и инвестируйте в FTC, чтобы зарабатывать со 100 рублей 1,2% в сутки, ни во что не вникая. На данный момент все проверено и работает. Убедись в этом сам. Всем привет, друзья! Сейчас я покажу десятку только самых крутых и полезных вещей сайта AliExpress. Обязательно досмотрите это видео до конца и примите участие в конкурсе на любой товар из этого видео. Все ссылки на товары, как всегда, в описании. Поставь лайк и поехали! Клеевые трубки. Это новое поколение термоусаживаемых трубок, пришедшее на смену традиционной термоусадки без клея. Отличительной чертой данного продукта является наличие дополнительного слоя термоплавкого клея, нанесенного на внутреннюю поверхность трубок. При усадке клеевый слой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений. После монтажа клеевой слой сохраняет свою пластичность и превосходную адгезию к различным поверхностям, даже при отрицательных температурах. Если кто-то думает, что подставка – это просто нечто, удерживающее смартфон в наклонном положении, он ошибается. Команда дизайнеров из Южной Кореи представила док-станцию в стиле ретро, которая превращает смартфон в маленький старинный телевизор. Ее можно поставить где угодно. Для подключения достаточно поместить смартфон внутрь, приподняв верхнюю крышку, которая удерживается на месте с помощью магнитов и захлопывается автоматически. Как следует из названия, это не только подставка, но и док-станция, способная быстро и безопасно зарядить аккумулятор смартфона. Для этого нужно просто поставить лайтинг-кабель в скрытый канал на корпусе. Кроссовки Xiaomi – это новый взгляд на спортивную обувь от ведущего китайского бренда. Особенности ботинок – наличие смарт-чипа, посредством которого осуществляется синхронизация изделия с приложением, установленным в смартфоне. С помощью софта вы сможете анализировать данные о физической активности, получать полезные рекомендации. Умные кроссовки не просто инновационные, они очень удобные при повседневном ношении. Стелька способна подавлять тепло, образуемое во время трения, а также сохраняет ноги пользователя сухими даже при интенсивных нагрузках. Материал изделия обработан антибактериальной пропиткой, противостоящей развитию грибка и неприятного запаха. Это прозрачный силиконовый чехол от Apple. Отличное дополнение к вашему iPhone. Он плотно прилегает к кнопкам громкости и режима сна, точно повторяет контуры телефона и при этом не делает его громоздким. Мягкая подкладка из микрофибры защищает корпус вашего iPhone, а внешняя силиконовая поверхность приятна на ощупь. Чехол не придется снимать даже во время беспроводной зарядки. Как и другие продукты Apple, этот чехол тщательно тестировался в течение нескольких тысяч часов на всех этапах проектирования и производства. В результате он не только отлично выглядит, но и превосходно защищает iPhone от царапин и повреждений при падении. На сегодняшний день научный термин «нанотехнология» успел стать невероятно популярным. Его можно обнаружить не только во многих научных статьях и журналах, но и на устах далеких от науки людей. Данное вещество является коллоидной системой, состоящей из ферромагнитных частиц очень мелких размеров, находящихся во взвешенном состоянии и несущей жидкости, чьи функции обычно выполняет органический растворитель или вода. Под воздействием довольно сильного вертикально направленного магнитного поля, поверхность жидкости с парамагнитными свойствами самопроизвольно формирует регулярную структуру и складок. Это необычный нож для нарезки пиццы имеет форму мотоцикла, переднее колесо которого выдвинуто вперед. Именно это колесо из нержавеющей стали и служит ножом для разрезания пиццы. Когда пицца съедена, нож-мотоцикл отправляется на полку и украшает кухню счастливого владельца. Его удобно держать в руке благодаря эргономичной пластиковой ручке, станет отличным подарком на Новый год. Когда речь заходит о том, чтобы наколоть дров, в дело обычно вступает топор. Этот инструмент хорошо подходит для небольших заготовок, но для массивных лучше всего подыскать что-нибудь иное. Мощный гидравлический дровокол, создающий колоссальную нагрузку 10 тонн. Это позволяет ему, как семечки, раскалывать самый крупный из деревяшек на несколько мелких, которые затем легко дорабатываются топориком. Приспособление является механическим и управляется парой рычагов. Для фиксации заготовок здесь предусмотрены боковые ограничители, а для ускорения работ возвратная пружина. Детали установки изготовлены преимущественно из стали. Собственный вес дровокола составляет почти 40 килограммов. Для перемещения инструмента в его основании предусмотрены колесики.
не переводятся умельцы, способные создать хитроумные устройства, вещи с сюрпризами, подарки, фокусы. Их интересно держать в руках, гадать, как они устроены, забавляться их возможностями. Это исчезающая копилка. На самом деле исчезает не она, а деньги, которые туда бросают. Вы скажете, что совсем не жаждете, чтобы ваши деньги исчезали. Конечно, но тут деньги попадают куда надо. Просто их не видно. Вещь забавная, научно-познавательная и полезная в хозяйстве. Не провоцирует ни траты, вид совершенно пустой копилки создает иллюзию безденежья. Вопросы безопасного использования огнестрельного оружия беспокоят не только правительства разных стран, но и отдельных пользователей. Ведь их пистолетом могут воспользоваться как преступники, так и дети или домочадцы с неуравновешенной психикой. Решить этот вопрос поможет электронный блокиратор спускового крючка. Аксессуар предлагается с двумя вариантами адаптеров, которые подходят к абсолютному большинству пистолетов. Он полностью запечатывает спусковой крючок в прочный корпус и может быть открыт двумя способами – механическим ключом и посредством срабатывания дактилоскопического датчика, расположенного на устройстве. Механический ключ необходим для дублирования системы доступа в случае разрядки аккумулятора замка. Обычно для варки яиц не используют ничего лишнего, обходясь для этого лишь небольшой кастрюлей. Необходимость в дополнительных приспособлениях возникает, когда требуется приготовить сразу несколько единиц такого продукта. Новое приспособление представляет собой держатель, фиксаторы в котором выполнены в виде пингвинов. Всего между их крыльями входит до полудюжины яиц, которые оказываются надежно отделены друг от друга. Ручка сверху, выполненная из пластика, остается холодной даже после длительной варки в кипятке. Также такое приспособление удобно использовать для обычного хранения яиц. Ну а чтобы принять участие в конкурсе на любой товар из этого видео, вам нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик и в комментариях написать, какой товар вы бы хотели получить. Как только тут будет 5000 лайков, я объявлю победителя в своей группе ВКонтакте. На этом все. Всем удачи и пока!